Отдохнуть на шезлонге в тени деревьев, вдали от шума дорог, наслаждаясь лишь пением птиц. Чтобы не просто получить все это, но и позагорать и поплавать, совсем не обязательно тратить время на дальнюю дорогу. Лучше потратить эти часы на купание в аквапарке «Дельфин», который ежегодно собирает тысячи посетителей. В восторге от «Дельфина» и взрослые, и малыши. Ура, «Дельфин»! Мне понравился маленький бассейн. Чем? Что он не глубокий, или что он там, можно одной поплавать. Кроме маленького на выбор гостей аквапарка, два больших бассейна, взрослый и спортивный, а также горки и незабываемый отдых. Кристально чистая вода, хвойные деревья, цветы и свежий воздух создают уникальный микроклимат, а низкие цены на билеты позволяют приходить большими семьями. Каждый год приезжаем сюда. Нравится нам здесь, скучаем по южному солнцу. Нам здесь много что нравится. Во-первых, здесь организация хорошая, вода чистая, территория большая, воздух свежий. И вдали от дорог, от шума, суеты. Мы здесь наслаждаемся, в общем, природой, тишиной, водой, солнцем. Чтобы посетить «Дельфин», в Шымкент приезжают не только из других городов, но и гости из соседних стран. Они неизменно становятся постоянными посетителями, ведь «Дельфин» – это лучшее место для отдыха. Вот приехали на родину, увидеться с друзьями, родственниками. Ну и, конечно, как быть в Шымкенте и не посетить аквапарк «Дельфин». Вот приехали в аквапарк. Прекрасная вода, прекрасное солнце. Открытые бассейны, чистейшая вода, конечно, производит впечатление. Ну и очень красиво. Не только красиво, но и безопасно. В аквапарке «Дельфин» за безопасностью отдыхающих следят спасатели. Аквапарк «Дельфин» ждет посетителей каждый день с 12 дня до 9 вечера.